фантастические болельщики здесь, в Норильске. И мы понимаем часть жизни здесь, да, вот именно люди, которые ценят историю, ценят людей. Да, и нам приятно всегда приезжать сюда. И, конечно, это самая классная атмосфера, которая может быть. Наша экспедиция примерно таким образом организована, и мы натренированы это все впитать и потом рассказать нашей аудитории. Вчера из свежевыловленной корюшки мы достали икру и чуть-чуть ее подкоптили, не стали солить, чтобы натуральный вкус сохранить, сделали батаргу. То есть, конечно, понять культуру этого региона через еду очень интересно.